Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер. Сегодня я вам расскажу, чем можно заменить подтягивание, если у вас нет турника, но есть дерево. Все слышали, в принципе, догадываются, что на ветках можно как-то подтягиваться. Там наводятся аналоги об обезьянах, что они там могут делать какие-то движения. Вот. Но мало кто пробовал это делать, потому что в природе, как правило, сложно встретить ветку, которая вот ровная. Ровно и в точности напоминает нам перекладину. Как правило, ветки такие вот кривые, под углом. Ну, они не знают, что нам удобнее подтягиваться на ровных, поэтому растут криво. И что же делать, если у вас кривая ветка? Потому что подтягиваться на кривой ветке вот таким вот образом, это немножечко неудобно, некомфортно, и идет перекос в развитии мышц. Конечно же, можно один раз подтянуться вот так, другой раз поменять руки и потянуться так, то есть развернуться к ветке. Но я так пробовал, меня это дико раздражает. Поэтому сейчас покажу, чем можно заменить это упражнение, чтобы получить хорошую проработку тех мышц, которые мы привыкли прорабатывать на турнике. Итак, дерево у нас уже есть. Обязательно находим ветку, которая не сломается под тяжестью вашего тела. И подходим. Значит, подходим. И цепляемся. Цепляемся двумя руками вот таким вот образом. Дальше. Подтягиваемся и меняем руку. Оп. Оп, поменяли руку. 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 Фу. И вниз. Аккуратно слезли с дерева. Фу. Упражнение нелегкое, но я, например, на турнике могу сделать чистых более 30 подтягиваний. 30 точно сделаю в любое время года. Здесь получается где-то раз 10 прошелся вверх и не помню сколько вниз. То есть это упражнение на порядок тяжелее по двум причинам. Потому что у вас, чтобы подтягиваться таким вот образом, должен быть более развитый хват. Ну и плюс любое непривычное упражнение, оно требует больше сил, большего включения мышц. Потому что чем более новое упражнение, которое вы делаете, тем больше групп мышц в нем участвует. Чем чаще вы делаете то или иное упражнение, тем меньше групп мышц в нем принимает участие, соответственно, тем легче его делать. На сегодня все. До новых встреч.